يا ذاكرا الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب يا ذاكرا الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا Если человек как-то вынужден куда-то выйти, одел маску или же одел перчатки, и при встрече он не обнимается и не устраивает рукопожатие, и нужно смотреть косо на этого человека. Этот человек как раз и такие, тот человек, который следует за шариатом. Почему? Потому что, дорогие братья, то, что нам говорят врачи, то, что нам говорят знающие люди, мы должны это соблюдать. Для того, чтобы мы были защищены, для того, чтобы от нас вред не коснулось другим людям. Это наша обязанность, поймите правильно, и каждый подходите к этому вопросу наилучшим образом. Наоборот, должны похвалить тех людей, которые соблюдает те правила, предписания Минздрава, которые сегодня нам предоставили. Пусть всеми будет доволен Аллах. Ассаляму алейкум. Бесплатно раздавать жителям города нашего медицинские маски. Здесь же влажные салфетки, также лимон и чеснок. Это то, что необходимо в период карантина. Дай Бог всем здоровья. Благополучие, избавление от этого вируса. Наш город и весь наш край. Мы всем предлагаем медицинские маски. Пожалуйста, это бесплатно от мусульман и от благотворительного спасибо, фонда ребята. «Мир». Пожалуйста. А вот те, мои помочь не может, но вам спасибо. Пожалуйста, дай здоровье. Дорогие братья, учитывая дефицит медицинских масок, хотелось бы показать, как из обычной рулонной салфетки можно сделать себе маску. Для этого нам понадобится обычная рулонная салфетка, которая продается в магазинах, и ножницы обычные. Берем один кусок, если вы хотите еще слой сделать, двойной слой можно брать. Салфетка бывает с одной стороны, она не растягивается, но если перевернуть, с этой стороны она растягивается, как мы видим. Мы с этой стороны, с которой она растягивается, вдвое складываем ее. И с этих сторон, и с обоих сторон по бокам вырезаем вот такую вот небольшую дырочку. И с этой стороны, соответственно, аккуратно можно, я просто сейчас показываю, быстро-быстро делаю. Получается у нас вот такие вот дырочки и натягиваем на уши. Не болейте, выздоравливайте и сидите дома, дорогие. Он стал лучше слышать. А сейчас он так, как вот кого не хочет, не подойти, он не слышит совсем. Уважаемый пациент, 101 год. Ходили, говорят, уточняли, офтальмолог на дом не ходит. В данный момент вообще пациент пользуется вообще лупой от фотоаппарата. Даже очков у пациента нету. Настолько тяжелая история, надо как-нибудь собраться, помочь. Вот это бы я желал. Какие-то продукты вы желаете, лекарства вам надо. Все это мы готовы. Рады вас спасибо, видеть. Спасибо, что проведали. Вот, приходите еще. Вот с 18 лет в Магаданской области. Вот 18 лет было сюда прямо. Уже 101 у вас.
Уже 101 вам. Да. Дай Аллах здоровья. Мы всегда рады приходить, поддерживать, делать то, что от нас зависит. И вы не думайте, что вы одни. Это самое главное. Пока мы живы, пока мы можем что-то делать, будем стараться быть полезными. Телефон записали, да? Записали. اغفر له كل ذنب يخشاه يوم القصاص. Спасибо, спасибо, что пришли ко мне. А то я один. حلت إلى بحار العشق حلمي أضم لروحي الحرم.